Уже настало воскресенье, и я, к сожалению, прочитала не так много, как планировала на выходных, но в этом нет ничего удивительного. Я на самом деле чаще всего вообще ничего не читаю на выходных, то есть ни единой страницы, потому что дел столько, что просто особо времени-то на чтение и нет. Я дочитала до, сейчас вам точности скажу, какой страницы, 154-й страницы второго тома «Столицы в огне», и сейчас хочу вам рассказать о своих впечатлениях, хочу рассказать, что происходит в сюжете и как книга написана, потому что стиль на самом деле немножко изменился внезапно, и не могу сказать, что мне было комфортно читать. Во-первых, открыв эту книгу, я с удивлением обнаружила, что здесь находится окончание книги второй «Сумеречный лес». И здесь как раз-таки в начале об этом написано. И кто-то может, наверное, удивиться, как так? Ты не знала, неужели ты не заглядывала в книги перед чтением? Нет, не заглядывала. Это одна из моих достаточно странных таких читательских привычек. Чаще всего я приобретенные книги ставлю на полку и все. То есть я их даже не пролистываю, не просматриваю, они стоят на полке. Ждут того момента, когда их возьму в руки. Соответственно, здесь произошло точно так же, когда я купила все эти три тома «Столицы в огне», я просто поставила их на полочку, и когда решила читать, взяла с полки первый том, приступила к чтению, закончила, взяла с полки второй, заранее ни содержания, ничего не смотрела. Поэтому, конечно же, да, для меня оказалось удивлением, что книга вторая «Сумеречный лес» не закончилась в первом томе. Итак, как я вам говорила в предыдущем видео, посвященном как раз первому тому. Часть третья во второй книге «Сумеречный лес» полностью ведется от лица старшего сына Хацуэ, в свою очередь являющейся старшей дочерью Рихэя. Вот такие вот запутанные родственные связи. Проще сказать, наверное, старшего внука Рихэя. И та часть представляет собой как бы его воспоминания, и, соответственно, ведутся записи от первого лица. То есть Юта пишет, что «я сказал», «я сделал», «я поехал» и так далее. В первой же книге повествование ведется полностью от третьего лица, хотя и рассказ ведется от лица разных персонажей. Здесь же, в этой части, получается, это уже четвертая, да, я же ничего не путаю, да, часть четвертая. Называется она, кстати говоря, «Долина слез». Повествование снова ведется от лица разных персонажей, но оно какое-то странное. То оно идет от третьего лица, то внезапно от первого, потом снова от третьего. То есть, например, у нас начинается какая-нибудь глава, где, например, речь идет от лица Хацуэ, как раз старшей дочери Рихэя, и сначала идет все от третьего лица. То есть Хацуэ пошла, Хацуэ посмотрела, например, там на мужа, Хацуэ подумала, и затем внезапно в следующем же абзаце написано все от первого. То есть я призадумалась, я решила поговорить там, например, с отцом после празднества, в общем, я. И затем через какое-то время, через какое-то количество абзацев, снова от третьего, снова Хацуэ. Честно вам скажу, что читать мне было неудобно, и каждый раз при вот этом вот резком перескоке между лицами я испытывала жуткий просто читательский дискомфорт, потому что у меня возникало ощущение, как будто почву меня выбивают из-под ног, и мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к новому повествованию, а оно буквально через несколько абзацев снова менялось, и это действительно было очень-очень для меня неудобно, и я не могу понять, то ли оно так действительно в оригинале, тогда я не понимаю, зачем Кагата Хико решил сменить свой стиль повествования на такой, то ли что-то переводчик намудрил, редактор не отследил, не знаю, к сожалению, возможности прочитать в оригинале «Столицу в огне» у меня нет, потому что я вряд ли когда-либо выучу японский язык, уж тем более выучу его до такого уровня, чтобы быть способной читать на этом языке книги, так что, да, непонятна немножко ситуация. Не знаю, как будет дальше, но надеюсь, что в следующих частях больше такого разнобоя в стиле не будет. Что же касается самого именно сюжета, то здесь автор, он вернулся немножко назад во времени, он вернулся в начало 40-го года, хотя в части, где ведется повествование от лица Юты, он уже заглянул в 41-й.
И да, мы снова видим те события, о которых уже ранее читали, под другим углом, глазами других персонажей. Это снова интересно. Мы узнаем о том, что случилось на самом деле, о чем родители не могли сказать своему ребенку, посчитав, что он слишком мал еще для таких вещей. В воспоминаниях Юты мы видели все в общих чертах. Здесь же все обрастает деталями и подробностями. И также разнится отношение ребенка к тому, что происходило в 40-х годах, и его родителей, ну и вообще других взрослых. Будучи ребенком, Юта совершенно не понимал, по сути, что происходит. Он просто слушал взрослых, следовал их наказам и все. Ну а взрослые-то, они намного лучше-то понимали все-таки, что происходит. Возможно, недосконально в каких-то случаях. У каждого из них были свои убеждения, своя вера. И также в этой части Кагатахика ударился в тему церкви и как церковь вела себя в то время. Католическая миссия и протестантская в Японии. Многие священники говорили, что война это зло, война это бойня, что все они с нетерпением ждут, когда наступит мир, когда война прекратится. Другие же священники говорили нечто совершенно иное. Они следовали государственному курсу и говорили о том, что война это благое дело, что Япония это великая страна. И также у них в речах были, точнее, проскальзывали достаточно интересные рассуждения о божественности императора и как они все это совмещали с Иисусом Христом, Святым Духом, Богом, ну и прочим. Я, конечно, как и многие персонажи этой книги, понимаю, что церковь оказалась в то время в сложном положении, тем более, что в обществе нарастали антиамериканские, антианглийские настроения в связи с войной. Но интересно также наблюдать, как, опять же, разные персонажи относятся к церкви, ко всей этой ситуации, и как они интерпретируют слова различных священников. Интересны это были записи, интересно мне было наблюдать за спорами разных персонажей, как главных, так и второстепенных. Также еще видно отличие взгляда ребенка и взрослого на продовольственную ситуацию в стране. Ребенок обращал в первую очередь внимание на то, что исчезли из продажи сладости, различные там пирожки с бобовой пастой, либо какие-то сладости, в которых было очень много сахара. Взрослые же в первую очередь отмечают, что стало, точнее, практически вообще невозможно было достать мясо, рыбу и также мало было риса. И, кстати говоря, о тех золотых чашечках, которые подарил маркиз Маэда, взрослые, ну, по крайней мере, я еще не дошла до этого в книге, но взрослые вроде бы никак не волновались о том, что их забрали, а вот ребенку было жалко эти чашечки и грустно от того, что их нет за новогодним столом. Что касается тех событий, о которых автор обмолвился в конце первого тома, о каких-то абсурдных и страшных событиях, то пока что еще до них дело не дошло, потому что, как я понимаю, они произошли уже, получается, в 41-м году, ну, либо в конце 40-го. Пока что здесь еще повествование не дошло до этого момента, но я надеюсь, что скоро как раз я до этого дочитаю и узнаю, что же такого случилось в мире взрослых, о чем ребенок не узнал, по крайней мере, поначалу ему никто ни о чем не сказал. Я надеюсь, ну точнее, оно должно быть логически, да, что взрослые-то откроют нам все тайны. В общем, с большим удовольствием я продолжаю свое чтение «Столица в огне» и надеюсь, что за неделю я этот второй том прочитаю, хотя на самом деле он не сильно меньше первого. В первом получается 750 страниц, а здесь 680 с чем-то, так что практически такой же по объему, но пока что читается как-то быстрее. Возможно, потому что в первом томе все-таки было очень-очень много новых персонажей, они постоянно появлялись, нужно было всех запоминать, и сейчас я уже всех знаю, на это не отвлекаюсь, и поэтому чтение идет немножечко быстрее. Я дочитала книгу вторую, которая называется «Сумрачный лес», и окончание которой находится в томе втором в нашем русскоязычном издании. И, соответственно, прочитала целиком часть четвертую, которая называется «Долина
слез. И название этой части, оно абсолютно полностью соответствует ее содержанию. В этой части столько горечи, скорби, слез, тоски, печали, что просто вообразить сложно. Главным образом, конечно же, эта глава грустна, потому что уже который год идет война с Китаем, также начинается Вторая мировая война, Япония объявляет войну Великобритании и Америке, и японский флот, и армия начинают сражаться с армиями этих стран. Соответственно, молодых мужчин забирают в армию, далеко не все хотят туда идти, тем более молодые, недавно выпустившиеся люди, парни, они понимают, что они, по сути, пушечное мясо, что, скорее всего, они живыми с этой войны не вернутся, тем более, что все вокруг говорят, что война, скорее всего, затянется, скоротечной она не будет. В стране дефицит продовольствия и многих жизненно необходимых товаров. Если говорить о продуктах, то наблюдается дефицит риса, хлеба, мяса, рыбы. Если говорить о прочих товарах, то это уголь, спички, еще что-то было. Ну, в общем, такие вещи, без которых сложно прожить, тем более в зимнее время, в холодное время. Детям, конечно же, хоть бы хны, они не понимают ни проблем, ни тягот войны, зато взрослым приходится как-то крутиться. Рихэю и клиники такие-то хорошо, потому что армия делает у них огромные просто заказы специального крема, специальных различных микстур против там дифтерии, то ли дизентерии, очиститель воды они продают, и зеркало, которое можно использовать вместо спичек, которые быстро сыреют. В общем, клиника же живет хорошо, продукты у них постоянно есть, потому что есть и деньги. И, соответственно, старшая дочь Рихэя, Хацуэ, она и кормит детей именно благодаря, собственно, клинике своего отца. Она постоянно и привозит туда детей, то есть они там кушают, и сама в одиночку ездит, привозит домой какие-либо продукты. И когда идет повествование от ее лица, она замечает, что если бы не клиника ее отца, то она без понятия бы была, как прокормить ее четверых детей малолетних. Как жили другие люди, то на самом деле тут вообще страшно представить. По крайней мере, если говорить о младшей сестре Хацуэ, Нацуэ, то она жила и питалась полностью на карточке. То есть, как я поняла, она у отца помощи не просила, в клинике почти не появлялась, и жилось ей очень и очень тяжело. В общем, да, военное время. Только единственное, кто рад, вот опять же, тому военному времени был, так это муж Хацуэ, Юдзи его зовут, потому что, как я вам уже говорила немного ранее, в прошлом видео, когда рассказывала вам о первом томе «Столица в огне», он работал в страховой компании, и он играл на бирже, то есть покупал акции, продавал акции, за счет этого богател. Постоянно он просматривал биржевые различные сводки и думал, куда бы вложить деньги, каких акций еще прикупить, какие побыстрее сбыть. Ну, в общем, всем вот этим вот занимался. Почему еще «Долина слез»? Не только потому, что идет война, но также потому, что в самой стране происходит какая-то неразбериха. Люди, которые выступают за мир, которые против войны, считаются предателями, антипатриотами, считаются, что они идут против императора, против политики Японии, и их просто хватают и сажают в тюрьму на неопределенный срок, собственно говоря. Так с одним из персонажей и случается, и непонятно, когда же все это закончится. Когда начинается война с Америкой и Великобританией, то хватают священников, которые ратовали за мир, которые были против войны, обвиняют их в шпионаже, изолируют от общества. В общем, начинается в этом плане полный, конечно же, хаос. Дальше, почему еще «Долина слез»? В семьях происходят различные дрязги и ссоры. И в семье Рихэя с его любовницей, и в семье Хацуэ с ее мужем, и в семье Нацуэ, младшей ее сестры. И когда читаешь обо всем этом, такое ощущение, что вот эта вот боль, знаете, она никогда вообще не закончится, что она с героями просто-напросто навсегда, и конца края ей не будет видно. Ну, вы-то, конечно, понимаете, что край-то когда-нибудь будет виден, потому что мы знаем, когда закончилась война и чем она закончилась, но персонажи-то, повторюсь, об этом не знают, я уже тоже об этом говорила, и поэтому вот правда страшно за них, очень-очень больно видеть их страдания, их слезы и их
тоску. Что еще примечательного было в этой части? Я даже выписала себе отдельно, чтобы вам показать, как я уже, опять же, немножко ранее говорила, в этой части «Долина слез» автор, он немножко хронологически возвращается назад, в начало 40-го года. Вы можете видеть это прямо в первом предложении, в конце января 1940 года. Так вот, соответственно, некоторые события мы видим теперь уже глазами взрослых, и также мы видим различные празднества и церемонии, которые проходили в связи с 2600-летием основания Японской империи. Соответственно, тогда везде, во всех газетах, по радио передавалось какое-то великое, просто эпохальное событие. Все люди были просто счастливы, что причастны к нему, все хотели к нему приобщиться, и некоторым даже повезло. Они увидели императора, императрицу и весь кабинет министров. И я вот вам хотела зачитать краткий заголовок в одной из газет, которые предшествовали как раз некоторым вот таким вот праздничным церемониям. С тех пор, как в самом начале времен первый император Дзиму взошел на трон, прошло 2600 лет, и божественная династия не знала перерыва. И при нынешнем государе, государство крепко, как никогда. Это государство священно и сокровенно. Наша империя вечна. Ради всеобщего процветания в Азии оно ведет священную войну. 4 года мощной поступи. Собственно, уже из этого заголовка видно, почему среди населения царил такой ажиотаж, почему они были все так воодушевлены войной в Китае, затем Второй мировой войной, потому что их, собственно, чувства постоянно подогревали вот такие вот новостные сводки, указы императора, все то, что шло сверху, и действительно люди во все это свято верили, и в этом нет ничего странного. Что еще мне запомнилось, чем была примечательна эта часть, так это тем, что я узнала, что же произошло в конце третьей части, которая была в первом томе, какие события Юта увидел, но не понял совершенно, какие события он посчитал абсурдными и страшными. И вот здесь как раз в конце четвертой части мы все это видим глазами Хацуэ, ее мужа Юдзи, Рихэя, других людей. И вы знаете, когда я читала эти страницы, меня, не знаю, душило просто невероятное раздражение, невероятная боль за Хацуэ. Я думаю, все, кто читал «Столицу в огне» и помнят, что было в этой части, да, я думаю, вы поймете. Меня просто шквал, буря, эмоции были у меня в душе. Я сидела и думала, как же так? Возможно, несмотря на то, что это далеко не первое произведение японской литературы о том времени, которое я читаю, тем не менее, такие вещи продолжают меня удивлять, потому что, ну не знаю, просто ума приложить невозможно, как так можно, и все это, оно возмущало меня невероятно. Я была рада, когда эта часть закончилась, когда остался позади этот эпизод, и я, наверное, еще долго буду вспоминать всю эту ситуацию и все то, что ей предшествовало, а также множество других похожих событий, о которых как раз-таки говорит Хацуэ, о которых она думает, из-за которых она и считает, что все, что случилось с ней, это несправедливо совершенно. Я с ней в этом полностью согласна. Да, вот сразу же, как только дочитала эту часть, мне вспомнился первый том, множество эпизодов из него, много размышлений поднялось. В общем, замечательная, конечно, книга, замечательный роман, заставляет размышлять о многих вещах вне времени совершенно. Да, это было почти 100 лет назад, все происходящее здесь, но об этом можно еще очень и очень долго размышлять, можно и нужно, я считаю. Вот так вот. Что ж, перехожу уже, не факт, что сегодня, наверное, все-таки завтра, к книге третьей. Называется она, как и сам роман, «Столица в огне», и часть пятая называется «Лабиринт». И да, чуть еще не забыла сказать, я, когда только начала читать этот том, я вам говорила про неравномерность повествования, о том, что повествование идет то от третьего лица, то от первого. Дальше в четвертой части немножко более сглаженный этот эффект, но тоже, знаете, как-то вот странновато. Вот в последней главе четвертой части
Там совсем уж прыгает повествование. То от одного лица ведется, от лица Юдзи, мужа Хацуэ. Потом от лица Хацуэ. По-моему, еще и от Рихэя есть. В общем, постоянно вот так вот автор или переводчик, редактор, не знаю кто именно, перескакивают. И читать, ну вот, прям, да, как-то неудобно. Да, жаль, что нельзя узнать, как было в оригинале, конечно же. Ну, не знаю, посмотрю, что будет дальше. И плюс еще нужно заметить, что везде переводчики разные в каждом томе. И даже вот здесь во втором, здесь разные главы переводили разные люди. Здесь вот написано, что главы 1, 5 перевод Тарапыгиной, главы 6 по 25 перевод Беляева. Ну так-то вроде бы все выглядит гладко, но тем не менее, да, непонятно, где же первопричина такого повествования, такого стиля. В общем, посмотрю, что будет дальше, и, конечно же, продолжу держать вас в курсе. И, кстати, когда 8 декабря Япония вступает в боевые действия с США и Америкой, то автор здесь снова применяет тот прием, который я увидела в первом томе и который мне очень сильно понравился. Он снова ведет хронологию этих событий в виде дневника и отмечает временные метки, в какое время кто где находился. Так, вот, я нашла как раз эту главу, но, по-моему, еще предыдущая была. Написано, например, на рассвете, и ведется повествование от лица одного из персонажей. Далее, до полудня от другого лица ведется, скажем так, да, репортаж. Так, 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 где у нас здесь еще временная метка какая-нибудь? Вот, например, ближе к вечеру снова у нас повествующий рассказчик меняется. В общем, отличный прием, мне он очень и очень понравился еще по первой части. Необычно, никогда раньше такого не видела. И снова повторюсь, благодаря ему создается обширное полотно, масштабное полотно событий, и мы можем видеть все с разных точек зрения и под разными углами. Что ж, завершаю эту свою часть читательского дневника. Буду читать роман дальше. Сегодня дочитала второй том «Столица в огне», и сюжет пятой части, который называется «Лабиринт», можно условно разделить на две части. Во-первых, жители Токио активно готовятся к авианалетам, абсолютно все понимают, что их не удастся избежать, несмотря на то, что в газетах и по радио по-прежнему говорится, что Япония – это великая страна, великая нация, что Япония ведет священную войну, что наша армия несокрушима и непобедима. Тем не менее, даже обыкновенные жители могут сравнивать не то, что они видели, с тем, что они потом прочитали в газетной статье. Например, по-моему, осенью уже 44 года два вражеских самолета пролетели над Токио с разведывательными целями, и люди видели, что зенитки, огонь, точнее, зенитных орудий даже не смог достать до этих самолетов, самолеты пролетали на очень большой высоте, а в газетах же писалось, что непреодолимый заслон наших орудий согнал самолеты противника с территории нашего любимого города Токио. В общем, естественно, реальность расходилась с тем, что люди потом прочитали. И, конечно же, у многих начали закрадываться подозрения, что на самом деле Япония не выигрывает в этой войне, она проигрывает. И более того, в сообщениях, которые давало высшее командование, руководство, начали появляться какие-то, знаете, такие странные, обтекаемые фразы, по которым люди понимали, что на самом деле на фронте творится что-то не то, творится то, о чем им не говорят, и да, на самом деле в реальности это Япония проигрывала, и бомбардировка Токио началась в ноябре 44 года, и жители были, по сути, совершенно не подготовлены к зажигательным бомбам, которые сбрасывались с бомбардировщиков. Если вы читали литературу, документальную в частности, да, посвященную Второй мировой войне, то вы, наверное, знаете, что такие бомбы нужно было тушить песком. Жители же Японии поняли это не сразу. У всех была заготовлена вода, потому что строения все деревянные, да, соответственно, думали, что если бомба, ну, так сказать, обычная, да, упадет, дом сгорится, его можно будет потушить водой. А эти бомбы зажигательных нельзя потушить водой, наоборот, становится все еще хуже. И как только это выяснилось, естественно, жители начали запасаться
песком. Очень-очень многие люди уезжали, если была возможность, в другие города, в отдаленные районы. Учеников младших классов школ принудительно эвакуировали из города, чтобы, так сказать, сохранить младшее население, жителей города. Те, кто не мог уехать, очень об этом сожалели и очень-очень боялись этих авианалетов. Тяжело пришлось клинике Рихэ Такиты, потому что, вы сами понимаете, да, здание у него было целиком деревянное, несмотря на то, что они выстроили несколько железобетонных стен между корпусами, чтобы как-то препятствовать распространению огня. Тем не менее, все понимали, что если огонь одновременно упадет на несколько частей больницы, то ее спасти будет невозможно. В саду, конечно же, было вырыто в больнице бомбоубежище, туда все помещались, и пациенты, и персонал, но времени перенести тяжелобольных пациентов на носилках уходило много, тревога воздушная могла раздаться среди ночи. В общем, жители жили в постоянном страхе этих авианалетов. Что же касается продовольствия, жизненно необходимых вещей, то в Токио с этим дело обстояло очень и очень плохо. Люди, по сути, жили на грани нищеты, везде были огромные очереди, и многие небольшие предприниматели, многие небольшие лавки, конечно же, давным-давно к тому времени разорились. Да. Тяжело было людям, и многие также еще уезжали из Токио на отдаленные острова, потому что там можно было вдоволь питаться рыбой, овощами, тем, чего в Токио уже давным-давно никто не видел. Но в конце как раз 44 года начали эвакуировать жителей со многих островов. И сначала жители, конечно же, не хотели уходить, но после одного случая, когда узнали, что вражеские войска напали на один из островов и уничтожили всех, кто был на нем, то есть и армию, которая там находилась, и жителей. Жители других островов начали спешно покидать свои дома и переезжать на большую землю. А этим беженцам часто некуда было идти, потому что у себя на острове они занимались рыболовством, не знаю, там продажей снастей, ну, в общем, по сути, таким вот хозяйством, и они не понимали, что же им делать на большой земле. Некоторым повезло, некоторым не очень. И тяжело наблюдать, на самом деле, за страданиями людей, и уже чувствуешь, на самом деле, вместе с ними вот их желание, чтобы все это поскорее закончилось. То есть простым жителям, мне кажется, в тот момент уже было все равно. Победит Япония, проиграет в этой войне, лишь бы поскорее наступил мир, прекратилась война, прекратился этот страх, прекратились перебои продовольствия, прекратилась эта нищета и все, что связано с войной. Что же касается второй части сюжета в этой главе, то она полностью переходит к Рихэю, от его лица ведется повествование. И Рихэй, он попал в клинику государственную, не буду говорить по какой причине, потому что если вдруг вы, например, еще не читали или только начинаете читать первый том, то тогда это будет огромный спойлер. В общем, там, в этой клинике, у него было очень много времени, чтобы поразмышлять о своей жизни, вспомнить былое, и здесь приводится довольно-таки детальное описание его, да, воспоминаний русско-японской войны, но по сути это воспоминания дедушки Кага Атахика об этом историческом событии. Читать было интересно. Интересно в основном в том плане, что я читала об этой войне впервые именно со стороны Японии, то есть ее жителей, не со стороны России. Интересно было посмотреть на все происходящее под другим углом, другими чужими глазами. Также Рихэй, он вспоминает практически всю свою жизнь, своего детства и до текущего момента, когда он уже пожилой человек, вынужден бороться с недугом, который на самом деле сам же себе на голову и обрушил. И это такая вот ностальгическая немножко часть, немножко воинственная такая вот, бодрая, где молодость еще кипит в Рихэе ключом, очень много размышлений о том, чего он достиг в этой жизни, чего стоит вся его жизнь и все его достижения, исследования, изобретения, на которые он получал патенты. И вот не зря эта пятая часть называется «Лабиринт», потому что, во-первых, лабиринт здесь означает лабиринт мыслей, мечтаний, желаний, фантазий, в котором человеку так легко запутаться.
вписываться. Во-вторых, лабиринт здесь явно характеризует клинику Такита, потому что она представляла собой на момент конца 44-го года самый натуральный лабиринт, в котором было вообще непросто разобраться, потому что это здание неоднократно перестраивалось, достраивалось, что-то пристраивалось, было множество этажей, лесенок, переходов. В общем, в плане пожарной безопасности там, конечно, никто вообще не думал, когда строил все эти постройки, и это было большой проблемой. Так что тоже, как и у четвертой части, «Долина слез», «Лабиринт» — это говорящее название, и мне понравился этот том, понравились названия глав и сюжет. Хотя не могу не отметить, что в этом втором томе, в четвертой и пятой части, больше повествования, чем диалогов, но тем не менее повествование все равно идет очень-очень живо, и описаний, опять же, не скажу, что много, больше именно мыслей и размышлений персонажей о своей жизни и о том, что происходит вокруг, и это тоже динамично и двигает сюжет вперед. Чуть еще не забыла сказать, что есть еще в воспоминаниях Рихея Такиты, так это большое землетрясение, которое случилось в Токио в 1923 году, когда столица наполовину сгорела. Люди тогда тоже были совершенно не подготовлены к такому стихийному бедствию, здания были к нему не подготовлены, те здания, которые были выстроены на западной американской манере, они просто сложились как карточные домики, но это на самом деле, вот даже стихийное бедствие, это даже не самое страшное, прочитав ту книгу, да, вот как я поняла, что тогда произошло. В тот момент люди были настолько потрясены происходящим, потрясены количеством смертей, количеством пожаров, что им, ну точнее их рассудок, их осознание заставило их спихнуть всю вину на происходящее на других людей. И они спихнули ее на жителей из Кореи, которые жили тогда в Японии. Начался какой-то самосуд, пошли слухи в городе, что на самом деле пожар произошел не от землетрясения, а на самом деле это все поджоги. И организовали эти поджоги банды корейцев, всех корейцев начали выслеживать, бить, убивать, в том числе, в общем, ужасные на самом деле события. И вот, читая обо всем этом, я была поражена, насколько же люди были подвержены влиянию вот общественного мнения. Они совершенно не хотели рассуждать здраво. Они вот слышали этот слух, сразу же возгорались вот этой вот ненавистью, идей мести, организовывали отряды самообороны против этих самых корейцев. Хотя, по сути, эти отряды самообороны были самыми натуральными бандитами и промышляли бандитизмом на территории города. Но все вокруг твердили, что наоборот, эти отряды, они защищают наш город, они помогают полиции, в общем, хаос, беспорядок и ужас. Самый настоящий ужас творился в 23-м году, а потом уже и в 40-х годах во время Второй мировой войны. И еще чуть не забыла сказать, подглянула тут в свои записи. Интересно наблюдать за тем, как мнение японцев менялось об Америке и Великобритании, о жителях этих стран. Потому что, например, когда муж Хацуо Юдзи побывал в своем кругосветном путешествии в 1936 году, то ему очень сильно понравилась Америка, он восхищался этой страной, он восхищался туристическими улицами, крупными неоновыми вывесками. В 1944 году, когда он снова достал все свои пленки, все свои фильмы, которые он отснял, то он наоборот говорил детям, что вот посмотрите на этих врагов Японии, посмотрите на эти ужасные здания, посмотрите на этих богатых, ужасных, мерзких людей. Я читала и дивилась, как же кардинально может поменяться мнение человека об одном и том же предмете в зависимости от времени. Поражает, поражает такое вот... Такая, точнее, кардинальная смена мнения. Что ж, не знаю, начну ли я сегодня читать третий том, или, может быть, уже завтра, но жду, не дождусь, когда продолжу читать эту историю, и как раз получается, что до конца февраля я этот роман дочитаю.